Не то чтобы осенило, но в один момент понял, что бизнес наскучил, а проблем в городе достаточно. Так Алексей Шипунов почувствовал желание и силы стать городским управляющим, именно менеджером. Первый ваш шаг направлен на какую будет проблему в городе, которую вы говорите, что проблем много, но, может быть, какая-то основная, на ваш взгляд? Это проблема транспортной среды, дорожной инфраструктуры, пешеходной инфраструктуры, благоустройства. Это лишь один из моментов, на который Алексей намерен обратить свое внимание, если вдруг станет главой города. Кстати, из тех, кто когда-то был городоначальником, он выделил Владимира Баварина. И вот тут важно понимать, если бы Баварин руководил сегодня, возможно, он был бы не очень хорошим городоначальником. Но конкретно в тот момент он делал правильные вещи. Хотя, если говорить объективно, город был очень грязный. На тот момент по-другому быть, в принципе, не могло. И я считаю, администрация в тот момент делала максимум. Какими качествами должен обладать человек, который руководит городом, и есть ли, Алексей, эти качества у вас? Самое важное качество – принципиальность, умение находить общий язык. Это как бы тут для всех, наверное, ответственность. У вас есть все это? Психологи говорят, что у меня гиперответственность. Кто ваши основные конкуренты, как вы считаете? У меня нет конкурентов. Я сам по себе, и мне... Я вообще считаю, что когда человек начинает с кем-то соревноваться, он сразу проигрывает. Обычно претендентов на звание мэра поддерживают, если не партии, то общественники, активисты, пенсионеры, молодежь. У Алексея такой поддержки нет, и вообще он человек, который привык рассчитывать только на себя. Есть люди такие, как говорят, лаки, счастливчик. У него как-то все так само. Он даже сам не понимает, как у него все происходит. У меня такого нету. У вас же есть какое-то хобби, да? Чем вы в свободное время, например, занимаетесь? Очень люблю психологию, психотерапию. Люблю не в смысле, что у меня проблемы, я постоянно в этом. Читаю, изучаю спорт. Спорт сейчас меньше, потому что стал меньше от него кайфовать. От чего вы сейчас, Алексей, кайфуете? Если честно, вот то, что я пошел на выборы, и то, что я этим занимаюсь сейчас, у меня такое ощущение, что я впервые за долгие годы вот как-то в своем нахожусь, что это вот что-то мое. Я не знаю, выиграю я, не выиграю, но, по крайней мере, я чувствую, что это мое, и я чувствую как-то вот себя более-менее в своей тарелке. Если городоначальником Алексей не станет, в политику не пойдет, если ему не станет интересно. Не любит интриги и все, что с этим связано. Возможно, уедет из Барнаула, но пока сосредоточен на том, от чего действительно кайфует. Татьяна Голубева, Николай Шелко, «День с толком».